Акцию до юбилея Могилева проводит наша телерадиокомпания по инициативе коллег с Радио Могилев. Мы запускаем проект «750 причин гонориться Могилевом». На протягу года выйдут материалы, связанные со славутыми, значными особами и любимыми местами областного центра. Есть в Могилеве дом актеров. Это не что иное, как здание с башенкой и шпилем возле Минского рынка. Возле старого подземного перехода возвышается дом летчиков. Цікавые факты про городскую архитектуру, особы, якими могилевчане гонорятся. Проект «750 причин гонориться Могилевом» будет вести целый юбилейный год и различены на активный удел у им самих могилевчан. Это будут как какие-то короткие зарисовки о значимых датах, событиях и личностях, связанных с Могилевым, так это будут и опросы могилевчан, которые своим простым языком расскажут, за что они гордятся Могилевым. Может быть, гордятся потому, что они здесь родились. Может быть, потому, что здесь растут их дети. Акция началась 3 студеня. Журналисты пропонуют слухачам и глядачам узгадать славутые сторонки истории города на Днепры и познакомиться с неведомыми фактами. Главная цель, в принципе, это чтобы горожане среди этих 750 поводов и причин обязательно отметили что-то свое, и я считаю, что у каждого есть какой-то из поводов или причин гордиться городом. То есть рассказать, показать, достучаться до всех остальных. До речи, проект не обмежуется радио и телеэфиром. Акция выйдет на улицах города. На могилевских билбордах з'явятся колеровые сюжеты, связанные со славутой историей Могилева. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини регіон».